Пейте воды с весельем от источник спасения. И речеши в день он, исповедайтесь Господи, и призовите имя Его. Крещающийся Тебе, Господи! В таинстве, которое Господь сотворил когда-то, когда крестился в Иордане, и многие вещи Господь ставил своим примером для нас с вами, и для того, чтобы мы имели вот эту полноту радости, потому что, конечно же, благодать Божия насходит, и когда человек окунается, когда человек не окунается, ну, благодать Божия сходит, потому что по надобности такой для человека Господь это дает, да? Но когда еще особо радость получить, надо, конечно, чтобы... Да. И наша молитва с вами, это, конечно же, еще очень важно, что почему молимся, потому что мы настраиваем себя на ту благодать Божию. И Господь дает, дарует нам ее. Вот по нашему с вами как состоянию души. Поэтому с вами сейчас усердно помолимся, чтобы Господь и осветил воды иорданские нашего подворья. Спасибо, Господи. Есть сегодня.